Привет, сегодня зальем взрывную карамель с самогоном. Хз, что у нас из этого получится. Взрываться пошла. Увидим. Итак, прошло время, пришла пора попробовать нашу взрывную карамель на самогоне. Ну, пахнет по-прежнему самогоном, конечно, что-то клубничка вообще не отдает. Ой, фу. Ничего не изменилось. Никаких вкусовых добавок не произошло. По-прежнему самогон.